Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Морозова, и вы со мной на моем канале ЭКЛПХ Томская. Это я пришла в магазин, где продаются вот всякие вот такие вот штуки для того, чтобы дома делать сыры, колбасы. Вот смотрите, шприц колбасный. Видно вам цены или нет? Ну-ка. Вот скажите мне, у вас такие же цены? Вот все есть, приправы есть. Даже есть вакууматор тут, вот, видите? Вот такой шприц есть, подешевле. За 350 рублей всего-то. Насадки к этому шприцу всякие разные. Есть пошире, есть поуже, есть для сосисок. И оболочка. Белковая, сосисочная, колбасная, какая угодно. Хочешь такая. Соль нитритная, все есть. Дымогенераторы всякие. Автоклавы. А вот это самогонные аппараты пошли. Тут уже цены посерьезнее, конечно. Ну вот это, в общем-то, приемлемая цена. 6500 стоит. Банки консервные есть. 20 рублей всего стоит баночка такая. Можно тушенку делать. А это коптильня вот это сверху. Меня интересует сыроварня. Вот она, сыроварня. Мы-то в кастрюле варим сыр. А здесь все, тут все предусмотрено. Формочек сегодня мало. Все поразобрали, видимо. Зато есть лира. Посмотрите, лира какая. Это вот сыр варить. Пакеты для сыра. Это то, что как раз упаковывается, потом вакууматором запаивается. Вот так. Вот такой вот магазинчик. Здесь приправы для всяких колбас. Большое разнообразие. Мангальчики. Еще один дымогенератор. Ну, этот вообще крутой какой-то. Здесь система очистки дыма от примесей. Вот смотрите, видите как. Ну и стоит он 7900. Ну, крутой. Что тут скажешь. А вот этот самогонный аппарат, смотрите, 26490 на 37 литров. Оснащен всякими датчиками, всякими термодатчиками. Это тоже термо. В общем, крутота. Ну вот кто употребляет, тому это важно. Так, это все закваски для сыров здесь есть. Здесь натуральные оболочки из кишков для сыр, для колбас. Так, закваска для хлеба есть, бездрожжевая. Вот это я, наверное, прямо сейчас и куплю даже. Так, это всякие эссенции для алкоголя. Вот какой хочешь алкоголь, пожалуйста. Хочешь скотч, хочешь виски, все хочешь. Берешь, делаешь самогон, наливаешь туда эту эссенцию, типа у тебя крутая получилась напиток. Крутой. Так. Это ягоды выжимать пресс специальный. Это тоже самогонные аппараты. А это хмель, друзья. Тут соки. Написано, что концентрированный сок. Стоят они вот по 640. Виноградный 320. Яблочный 260. 270 из зеленого яблока. То есть цены разные. Есть вот малиновый 640. Сливовый 550.
Черничный сок даже есть 640 рублей. И даже сок из киви есть 650. В общем, такой выбор обалденный. А есть вот такой же сок, но только в канистрах. Та же самая торговая марка. И получается, что в канистре гораздо выгоднее покупать. Потому что здесь 1 литр, 1 килограмм 650 стоит, да? А здесь 5 килограмм. Так, ну вот надо малиновый с малиновым сравнить. Малиновый 640 килограмм, а здесь 5 килограмм 250. 2550, вот так, 2550. Клубничный даже сок есть. 2150. Черносмородиновый 2200. Ну и это вообще сейчас удобно стало. Смотрите, всякое зерно, солод. Солод шоколадный, солод такой, солод сякой. Ну так вот. Кого интересуют такие вещи, тому сюда, ребята. Двадцать пять кружек пива за 30 дней. Винодельня на 23 литра вина. Он штука, которая бутылки упаковывает, закупоривает. Так, тут какой-то чипер, я не знаю, что это такое. Наверное, змеевик или для охлаждения, или еще для чего-то, я не знаю, для чего это. Так, всякие штучки. Банк такая, смотрите. О. Так, вот тут какие-то детали от самогонных аппаратов. То есть можно собрать, в принципе, из чего угодно, лишь бы детали были. Вон бутылочка 10-литровая. А стеклянная, да? Стекло написано. 1290. А у меня 20-литровых таких две валяются на чердаке. Так. Это я не знаю для чего. Ну, вот так вот. Вот такой вот магазинчик шикарный. Тут даже книги есть. Основы домашнего сыроделия. Сыры твердые, сливочные, рассольные, с плесенью. Вот что хочешь, то, пожалуйста, тебе колбасы как делать. Про копчение здесь, пивоварение. Про пивоварение самые толстые книги и самые дорогие. Вот так. Ну, это, видимо, подарочные такие издания. Там, наверное, иллюстрации. В общем, там все запаковано в пленке книжки. Не откроешь, не полистаешь. Вот солодовый экстракт виски. Пожалуйста. Хотите на Новый год виски себе сделать? Ну, нет проблем. Шотландские виски. Какой хочешь. Бурбон виски, ириш виски, ирландские виски. Вот так вот. Так, ну я-то пришла сюда... А, я хочу вот эту вот закваску для хлеба. Вот сейчас я пойду и узнаю продавца. Ну, а вам я говорю до свидания. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки.
Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго, берегите себя и друг друга. Продолжение следует.